Добрый день, друзья! Канал Провинции приветствует вас. Сегодня, как я и обещал, мы будем давать советы Саше Поветкину и Денису Лебедеву для того, чтобы они могли победить в высшем дивизионе. Сначала начнем с Саши Поветкина. Саня, выбрось ты, наконец, вот этот присед со своей техники перед тем, как начать атаку. Ты же видишь, что тебя ловят на нем. Неужели тебе Иван ничего не говорил, твой тренер? Вы же видите, что это мешает. То, что опытный боец всегда наляжет на шею, завяжет и будет висеть тебе на ней. И ты быстро вымотаешься, как это было с Кличко. Следующее. Санек, ты выучил вот этот напрыг двойной с левым боковым. Напрыгиваешь с левым боковым ударом. На нем же тебя поймают. Если эти пенсионеры, с которыми ты боксируешь, делают шаг назад постоянно, опытный боец поднимет руки, сделает шаг вперед, и все, ты здесь. А в ближнем бою ты же вообще не умеешь работать. Тебе нужно учить ближнюю дистанцию, срочно. Тогда ты можешь как-то Джошуа победить. Но Кличко-то уже на пенсию ушел, хрен с ним. Но его преемники-то остались. Ты же видишь, бойцы другого уровня. Ты же маленького роста. Еще, в мастер-классе, пока вы показываете мастер-класс. Комбинация из трех ударов, уход. Комбинация из трех ударов, нырок, уход. Нырок, уход, назад. Зачем ты делаешь нырок и уходишь назад, когда можно просто оттянуться с прыжком? Если ты делаешь, рискуешь этот нырок, тогда уже ты делай вперед. Для того, чтобы подойти к сопернику и работать в ближней и средней дистанции, почему ты всегда отпрыгиваешь? Тебе же трудно подойти к сопернику. Соперник всегда выше тебя. Ты же прекрасно это знаешь. И те соперники, дай бог, чтобы ты вышел в высший дивизион, бился с лучшими бойцами. Мы все болеем за тебя, любим тебя и уважаем. Но ты должен это видеть, ты не можешь это не видеть. Твой тренер Керпа Иван тоже не может этого не видеть. Сейчас в современном боксе что у нас происходит? У нас бойцы бьют из ниоткуда. Не наши российские, а другие. Американцы там, еще другие бойцы. Кенийские там всякие. Ты же видишь, они бьют вообще из ниоткуда. Из любого положения. Что это Джошуа возьми. Никаких комбинаций нет. Что вы как в любительском боксе учите? Раз, два, три, ушел. Раз, два, три, ушел. Все, нет этого. Раз, два, три, пришел. Раз, два, три, пришел и работаешь. Пусть он убегает от тебя. Он быстрее же устанет. Любой другой соперник. Поэтому тебе надо борьбу, ближний бой изучать. В ближнем бою 12 раундов биться. Сильного соперника бери бойца и работай. Борись их и наноси с ним удары. Тогда у тебя есть шанс победить. А так получится, как с Кличко. То же самое. Ты же видишь, тебе не дали работать с комбинациями. Зачем ты их опять изучаешь? Нет у них смысла. Бей из ниоткуда. Пусть тебе Ваня Кирпа лапы держит и постоянно работает, постоянно подставляет руки из ниоткуда. Отсюда. Ты должен с любого положения наносить удары. По затылку бей. Ниже пояса попал, ничего страшного. Завязался, на шею повисти на шею. И скручи ты нырки вот эти. Они уже не нужны сейчас в современном боксе. Ты же видишь, что делают. Чуть нырнул, все, на тебе повисли. Аж в горле пересохло. Это ты, Ваня Кирпа, к тебе обращаюсь. Ты же это должен все видеть. Получится опять нокаут. Нам это разве нужно? Не нужно. Сейчас он этих пенсионеров всех опять пройдет, которые боятся его, Поветкина. Они же выходят уже сразу боятся, блядь, уже видно. Что с ними боксировать? Убегают, блядь. Никто не вырезается. А попадет такой, как Ковалеву попал. Пожалуйста, заборол, забил, заломал, уничтожил. У Ковалева такая же техника любительская. Пожалуйста, вот тебе пример. Те бойцы, которые боялись его, он их побеждал. Тот боец, который не боялся, блядь, все уничтожил. Так же и с Троей. Троянский, то же самое. Вышел боец, который начал бить, уничтожил, блядь, руки опущены. Опять будете подниматься до высшего дивизиона и опять будете проигрывать.
а проигрывать нокаутом. А это очень плохо. Поэтому меняйте свой стиль. Боритесь, бейте. И постоянно вперед, Саша, постоянно вперед работай. Бежи и работай. В следующих выпусках мы будем показывать ближний бой. Смотрите и изучайте его. Ничего в этом зазорного нет. То, что мы провинциалы, а вы там, наверху сидящие. Пальцы веером, сопли пузырями. Смотрите нас и учитесь. Привлекайте это в свои тренировки, в свои бои. Ну, вроде так, мельком все сказали. Короче, нырок этот убирай, Саша, не пойдет. Руки поднимай повыше. Мы в следующих тренировках будем показывать, как поднимать руки. Вы неправильно руки поднимаете. Не тренируют так вот поднятие рук. Все равно ты идешь с опущенными руками, руки вот здесь у тебя. Должен удары держать любой мощности, что боковые, что прямые. И к сопернику постоянный прессинг. Вы же чемпионы. И двойной вот этот боковой дальний удар. Осторожней с ним. На умных бойцах. Попадешь ты на встречку прямой, блядь, упадешь сразу. Дальше. Денис Лебедев. Так, Денис, у нас такое сложилось мнение, что ты уже не боксируешь для нас, для своих поклонников, для тех, кто любит Россию, любит русский бокс. Ты уже боксируешь, как идешь как на работу, лишь бы отбоксировать. Что это за соперник у тебя был последний? Отбоксировал ты, ну и чё, блядь? С кем тебе надо драться? С кем тебе надо реванш проводить? Ты же прекрасно знаешь. Вот от тебя чё ждут твои болельщики. Ты уже сейчас не зависишь от себя, ты зависишь от нас. Мы любим вас, российских боксеров. И что ты прыгаешь, как мост на гребешке около него? Ты чемпион, он от тебя должен прыгать. Он твой пришел забирать твой поезд. В твоем ли весе делать эти всякие прыжки, развороты, блядь, повороты. Посмотри на свое лицо после боя. И на его лицо посмотри. Тебе надо менять срочно тренера. Фредди Роуч, ты скажешь. Да, он же, блядь, Пакиао тренировал. Так у Пакиао какой вес? Он свой вес может 12 раундов протаскать. А ты свой вес разве протащишь столько? Да ты что, с ума сошел? Да, ты таскаешь его, свой вес. Ну, насколько тише у тебя удар, чем у него? Чем у твоего соперника? Посмотри. Он идет на тебя, даже не боится, блядь. Понимаешь? А ты бегаешь от него, убегаешь куда-то, блядь. Такой бокс не пойдет. Меняй тренера. Прекращайте скачки, они тебе нахер не нужны. Тебе надо подойти к сопернику и побить его. Тоже смотри наши тренировки. И тоже учись. Иначе мы перестаем тебя уже уважать. Идешь как на работу, блядь, лишь бы отбоксировать. И давай реванш проводи. Ну, вроде все. То, что хотели сказать, чему вас подучить. Я думаю, вы все поняли. Кто, значит, увидел это видео, распространите, чтобы дошло до Саши Поветкина, до Дениса Лебедева. Мы все-таки хотим, чтобы наши бойцы были на самом верху. Не бегали от других бойцов, а чтобы от вас все бегали. И не играли с вами, как кошка-мышка в ринге. Меняйте свой стиль, меняйте технику, смотрите наши видео, учитесь. И будет тогда все нормально. Так, подписывайтесь на наш канал «Провинция». Советы от провинциала ждут вас. Обсудим любого бойца, любое положение. Так что, ребят, давайте. Всем пока. Счастливо. Подписывайтесь на наш канал.